Давайте добавим в привычную кашу что-то новенькое, попробуем разбавить ее овощами. А как приготовить гречку с брокколи, прочитайте ниже. Получается сытно, а готовится просто. Такое блюдо можно есть и без мяса, например, в пост, так как оно хорошо насыщает организм, также имеет в своем составе много полезных веществ. Фосфор, железо, кальций, йод и многое другое – это просто кладезь важных микроэлементов. Детям в особенности надо есть эту кашу, хоть они ее могут и не любить. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Хорошо промойте гречку и рис, залейте их водой в кастрюле 1:2 и поставьте на небольшой огонь. Морковь очистите, помойте и крупно натрите, лук мелко нарежьте, а брокколи разберите на соцветия, добавьте все овощи в кастрюлю. Посолите и поперчите кашу, добавьте подсолнечное масло, варите до готовности, около 20 минут. Подавать такую гречку можно с мясом. Я, например, приготовила к блюду вареную куриную грудку, но если вы хотите постный или вегетарианский вариант, то обойдитесь без мяса. Вкуснее тем, кто подпишется. Жду ваших лайков и комментариев. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Гречка 400 грамм, брокколи 1 штука, морковь 2 штуки, репчатый лук 2 штуки, растительное масло 40 грамм, соль по вкусу, рис 100 грамм, количество порций 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Пусть вам сегодня повезет.